Все в порядке, спасибо зарядке. Да непростое, а с элементами боевых искусств. Такой спортивный праздник школьникам из детского лагеря «Лесная поляна» устроили ставропольские полицейские вместе с преподавателями Общественного совета и Северокавказской федерации боевого самбо и рукопашного боя. Край присоединился к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Приурочили ее к Дню физкультурника. На летней площадке собралось свыше 150 детей. Профессионалы показали им общеукрепляющие упражнения, продемонстрировали навыки борьбы, а также провели мастер-классы по применению самозащиты. Ребятам рассказали о том, как важно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Мне понравились приемы и ручками и ножками работать. На одной из мер профилактики это является вовлечение нашего подрастающего поколения в занятия спортивные секции, спортом вообще. Общепризнанное понятие, что спорт развивает человека, что спорт дает личности, наверное, силы, выносливости. Поэтому мы каждый год проводим такую акцию, когда деткам показываем, что действительно спорт может им помочь во многих ситуациях жизненных.